Росенька, Росенька, я нашла курс, под которым отлично ловит интернет. Пойдем посмотрим романтическую комедию. Ну, мы уже смотрим кино. Да? Ой, а я же нашла там целую горсть спелых ягод. Росенька, давай угощу? Давай. Что давай? Ну, ягоды давай. Но у меня мало. Ростя? Тогда не надо, ешь сама. Мы с другом все пополам делим. Мы делим все с другом, другом все, другом то. А как же я? А я? Так, поняла. Нет, нет, не надо. Лучше подскажите, что мне делать. Ну, с Ростей! Он не обращает на меня внимания! Ну, ты обратилась по адресу. Зелье приворотное, версия 2.0. Нет, ни за что! Еще ни разу не видела, чтобы твои зелья работали как надо! Друзья, хотите, чтобы зелье Черновой наконец-то сработало? Тогда наберем наши любимые 60 тысяч лайков! Девочки, думайте! Да, конечно, какие зелья вообще? Мальчики любят глазами. Умного, давайте сделать такой макияж, что не только Ростя, да еще и соседние мальчики прибегут к тебе знакомиться. Ростенька не такой, он видит внутренний мир человека. В буквальном смысле. Опять за кислые лица. Вон мальчикам всегда весело. А вы что? Расслабиться не можете? Что стряслось? Умного? Ах, Мария Ивановна, что мне делать? Как мне привлечь внимание мужчины? Умного? Какого еще мужчины? Кто? Афиногенов. Мужчина моей мечты. Получай. На. А этот умного. Хочешь совет мудрой женщины? Да, 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 да. Займись чем-нибудь полезным. Выучи язык. Какой он у тебя там, 8-й? Вот и хорошо. А не о Виногенове мечтай. Кто такой у нас грустненький? Такой несчастненький! Что случилось, дружок? Ростя совсем не обращает на меня внимания, что я только не делала. Хожу за ним по пятам, обнимаю его, вкусняшками его кормлю, разговариваю с ним, рассказываю истории, делаю комплименты, пишу ему сообщения, комментирую ему фотки, смеюсь над его шутки, я постоянно нахожусь рядом. Ты что, не слушаешь? Что? Ухажер пишет, да? Ага, мне пора идти. А ты бы лучше меньше за Ростей бегала. Не представляешь, как раздражает навязчивость. Займись собой лучше. Что? Я раздражаю Ростю? Да как ты смеешь? Разлучница! Знаю я, кому ты написываешь. Ты, лохудра! Но я все равно все выясню. Ага, раскатала губу. Еще попробую его оторвать от разгильдяева. Что? Где?
Ну-ка, Росенька, что ты там делаешь? Покажи. Ай! Ты в порядке, мелкая? Ты чё, мышь увидела? Как ты забралась на забор? Эй! Ребята! Ой, Юлечка! Он так переживал, так переживал! Я так счастлив, то, что ты жива! Можешь тебе сделать массаж головы? Хочешь, сейчас вору соседи яблочко для тебя? Так, стоп, Афиногенов! Так умно вставай! Все с тобой в порядке? Все, расходимся, никаких яблочек воровать не надо. Все с ней хорошо. Росенька, ты не ушибся? О нет, бедняжка, у тебя шок. У меня шок. А у тебя что? Ой! Юля, ты моя девушка мечты. Ты чё, крадёшься? Напиши Росте. Чего? Ну, попереписывайся с Ростей. Отвлеки его, он меня уже достал. А почему я ему должна писать? Да и номера у меня нет. Как нет? Ты же только что переписывалась с ним, хихикала. Я всё знаю. Я слышала, что гений с причудами, но ты, походу, вообще сбрендила. Не переписывалась я с твоим Ростей. А что это вы там оба уткнулись в телефон и хихикали? Я все знаю, у вас интрижка, у тебя с Ростей роман! Не понял, какой роман? Нет, ты неправильно понял, у девочки жар, она говорит какую-то ерунду. С кем у тебя роман? А как же я? Так что, вы вместе? Ой, простите. Ну и кто это у тебя да там? Да никого у меня нет, она все придумала. Да, конечно, да нет у меня никого. Ну, давай, ты давай, не веришь, ну, сам иди проверь. Да нет у меня никого. Давай. Да она придумала. Изгильдяев, делай доброе дело. Позови куда-нибудь Ростю, он мне надоел. Юля, Юленька, иди сюда, моя хорошая. Сделаем романтическое селфи. Оставь меня! Ты хотела, чтобы он был твоим? Вот и получай! Вот у меня друга больше! Он на тебе помешался! Разошлем фотку всем друзьям! Девочки, спасите! Афиногенов достал со своей любовью! Обалдеть! Ей еще не нравится! Жиру бесится! Юлечка, ну куда же ты убежала? Юлечка, ну где ты?
Любовь моя, не могу без тебя ни минуты. Юлечка, обними, поцелуй. Любовь-то вечна. Да отстань от меня! Оставь в покое, хватит! Ну все, всё, отстань от меня! Отстань! Ребята! Умно, ура! Стой, где стоишь? Ты просто в отключке постоянно звала Ростя, Ростя. Но если ты норм, тогда разгильдяй, пошли червяков откапывать. Ростя, имей в виду, у меня сегодня времени нет. Встретимся завтра. Ну ладно. В отношениях должно быть пространство. Да ладно, я же сама, мы с другом все пополам делим. Защищайся! Женечка.